Всем привет! Сегодня расскажем о заплесневелых бургерах, правилах Instagram и невероятной щедрости Apple. Будет много полезных новостей для маркетологов. Поехали! До новой презентации Apple осталось совсем немного. Через месяц мы узнаем, что там с iPhone SE 2 и каких еще портов лишатся новые MacBook. Но тут прилетел неожиданный инсайт. Радостная новость для всех тех, кого бесит стандартная почта и браузер Safari в iPhone. Компания впервые позволит менять эти приложения по умолчанию в новом обновлении. По крайней мере, так говорят источники Bloomberg. Верим, надеемся, ждем. Недавно генеральный директор Instagram Адам Моссери в стиле блогеров своей платформы ответил в сторис на самые частые вопросы юзеров. Например, его спросили, почему нельзя публиковать обнаженную женскую грудь. Оказалось, все просто. Это нарушает законы некоторых стран. Также он рассказал, что в Instagram недавно обнаружили баг. Видео с Android-устройств загружаются в плохом качестве, но скоро это пофиксят. Кажется, это скоро никогда не наступит. А торговая платформа в соцсети будет доступна, когда будет ясно, как бороться с мошенниками. Uber понял, что одними перевозками сыт не будешь. Пора бы интегрировать в такси рекламу. Для этого компания сделала специальный рекламный дисплей на крыше авто. Он сможет реагировать на местоположение и время, показывая точную рекламу. Пока Uber тестирует эту бизнес-модель на 1000 машин. Burger King показали в новом рекламном ролике, как бургер медленно плесневеет. Так они объяснили, что начали продавать еду без красителей и ароматизаторов. Главное не вспоминать, сколько раз вы ели в Burger King до выхода этого ролика. И последнее. Если у вас мало времени и денег, а сделать рекламный ролик очень хочется, вам может помочь Vimeo. Компания сделала целый конструктор для малого бизнеса. Есть несколько готовых шаблонов, которые можно добавлять из базы миллионы различных роликов, треков, фотографий. Можно добавлять тексты, менять шрифты, ставить свои логотипы, потом бац, и все этот искусственный интеллект складывает в смотрибельный ролик. И это все новости на сегодня. Всех с прошедшими и наступающими праздниками. Учитесь продвигать бизнес у лучших и не забывайте подписываться на наш канал. Пока!